Привет, друзья! Это генератор на заправочной станции. Сегодня мы его будем обклеивать пленкой Аракал. Широкоформатная печать с ламинацией, короче говоря, все как положено. На генераторе очень много всевозможных элементов, которые нужно обклеить. Это фурнитура, петли, шурупы. А я расскажу, как клеить пленку, как ее подрезать, как убирать складки. Короче говоря, будет много интересного. Смотрите. Всем привет! Сейчас будем снимать. Так. Заново всем привет. Ладно. Всем привет. Сейчас будем клеить вот такую сложную поверхность с кучей фурнитуры, с кучей болтов и так далее. Я буду рассказывать, как это сделать без снятия фурнитуры и что для этого, собственно, нужно. Поехали. Мы прикладываем пленку на всю поверхность. Выставляем, чтобы было одинаково сверху и снизу. Чтобы были запасы. И приступаем к поклейке. Ставим пленку. Коленкой я придерживаю, чтобы она не съехала. Теперь прикладываем весь рулон на поверхность и потихоньку прикладываем. Все шурупы я игнорирую, их пропускаю. В этой части начинается уже замочек, который нам нужно обклеить. Я пленку прикатываю под замочек. Вот в этой части после замочка нам нужно, чтобы пленка прилегла идеально ровно, без всяких складок. И дальше я эту часть продолжаю прикатывать. Вот эти складки у нас пошли из-за того, что вот здесь выпуклая область, и пленка натянулась через нее. В том месте, где пошли складки, нужно растягивать вверх и вниз. Мелкие пузыри я игнорирую, они потом растянутся сами со временем. Пленку я прикатываю сверху вниз и снизу вверх. Я не делаю вот таких движений, этого делать нельзя. Сейчас мы дойдем до фурнитуры, которую нам нужно обклеить. Вот она. Вот в этой части. Я прикатываю между двумя петлями пленку. Вот в этой области я пока не катаю. Снимаем оставшуюся часть подложки и делаем вот такой фокус. У нас вот здесь бугорок. Нам нужно, чтобы вот эта часть совпала. Мы ее попробуем сейчас растянуть равномерно. Вот такие небольшие складки можно разогнать феном. Так, верхнюю часть мы сделали. Переходим к нижней.
такие шурупчики мы игнорируем, оставляем. Здесь у нас есть вот такая вот штучка. Ее тоже можно обойти очень аккуратно и очень красиво. Я прикладываю ракель вот таким вот образом и срезаю ножом. Дима, он уже повырезал. Итак, вот что у нас получается. Вот такого качества подрезка. Не знаю, солнце отсвечивает, видно, не видно. Ну, в принципе, смотрится очень даже неплохо. Вот мы уже поклеили. Сейчас мы еще немного тут подшаманим. Останется верх заклеить. Вот такая вот часть. Тоже мы намучились с ней, конечно, но тем не менее. И вот с этой стороны еще осталось. Дима, улыбнись. Вот что у нас получилось после поклейки. Вот такая вот у нас поверхность.